День Победы – торжественный, радостный и в то же время чуть-чуть грустный праздник, на котором все мы отдаем дань уважения тем, кто не вернулся с фронта, защищая Родину. Концерт, посвященный 9 мая, состоялся вечером возле кинотеатра «Искра». Творческие коллективы Ленинского района порадовали ветеранов и жителей города песнями военных лет. За весенние ночи, за родную страну, да за карие очи я ходил на войну. Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших. Хотя прошло уже 70 лет с того великого Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Этот праздник чувство вызывает, вообще даже не знаю, как сказать, волнение. То, что папа тоже всю войну прошел, офицером закончил, он получил очень много ранений, командир танка был. Я хочу поздравить жителей. Хочу поблагодарить ветеранов войны, которые действительно мы живем ради них, которые отдали жизни. Для меня, прежде всего, 9 мая – это праздник дружбы и мира. Потому что в свое время мой дедушка прикрыл своего друга от пули врага своим телом. Вот. Я желаю, естественно, всем мира и благополучия в семье, процветания в жизни. Вот, желаю вам счастья, здоровья, удачи. Это достаточно значительная дата для победы, для нашего города. Этот великолепный и величественный день я бы хотела рассказать стихотворение, что же лучше может передать все эти чувства. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Стали тихими наши дворы, наши мальчики. Головы подняли, повзрослели они до поры. Мы поздравляем всех наших дедушек, бабушек, чьих-то отцов с великим праздником, великой победой. Спасибо им за то, что мы есть, за то, что мы родились. Благодаря им. Спасибо вам большое. Ура! Ура! Спасибо за победу! Также перед видновчанами в этот вечер выступила известная российская певица Вика Цыганова. Приходите, мой дом, мои двери открыты, буду песню петь, вином угощать. Концерт получился особенным. Он подарил зрителям праздничное настроение и принес массу положительных эмоций. С праздником, Ленинский район! С днем Великой Победы! Мы гордимся нашими ветеранами-победителями. Мы гордимся нашим прекрасным Ленинским районом. Мы гордимся родным Подмосковьем. Мы гордимся нашей великой страной Россией. В честь 70-летия Победы праздничный салют! Ура! Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.